Здравствуйте, дорогие друзья! Закончился у нас в клубе «Ярополк» конкурс по делу рисунков, приуроченный к государственному празднику 23 февраля. По программе нашего клуба мы стараемся выявить наиболее талантливых детей и объявляем конкурсы. Поэтому прежде чем объявить победителя, мы хотели вам представить те рисунки и поделки, которые сделали наши дети от 5 до 13 лет. Все участники данного конкурса награждаются памятными кружками с символикой клуба «Ярополк» и символикой Дня защитника Отечества. Мы решили разделить в этом конкурсе на две возрастные категории. Это группа 5, 6 и 7, 9, это одна группа, и группа 10, 13 лет. В группе 5, 6 и 7, 9 первое место у нас выиграл рисунок Андрея Егора из группы 5, 6 лет. Вот, обратите внимание, как он решил изобразить наших тренеров. Я, оказывается, десантник. Юрий Леонидович у нас моряк, подводник. Шатохин Сергей у нас танкист. Тенгиз Мухтарович у нас пилот. И Дмитрий Николаевич у нас, видимо, морпех. В категории 10-13 лет первое место мы решили отдать Никогасяну Даниэлю за его поделку. Сразу видно, что он делал ее сам. Поэтому, повторюсь, все участники награждаются кружками «Ярополк», а также первые места грамотами, и мы дарим дополнительно флаг нашего клуба. Всем спасибо. Следующий конкурс мы уже объявили. Он приурочен Международному женскому дню. Работы, соответственно, рисунки и поделки мы принимаем до 11 марта. Всем спасибо.